Уже не в первый раз Гродненский государственный университет имени Янки Купалы становится интернациональной площадкой для общения и творчества иностранных студентов. 28 ноября представителей из разных стран мира в Купаловском университете объединила творческая гостиная «Беларусь. Перекресток национальных культур». Открыла праздник первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Ирина Китурка. Хочется, чтобы сегодняшнее начало стало действительно только началом. Чтобы вот эта традиция встречи национальных культур на Гродненщине среди студентов, она продолжалась. Встречайтесь, встречайте друг друга, взаимообогащайтесь от этих встреч, ну и находите новых друзей. Удачи! Творческая гостиная «Беларусь. Перекресток национальных культур» была организована в рамках Республиканского фестиваля творчества иностранных студентов «F-Art-By». Участие в творческой гостиной, помимо студентов-купаловцев, приняли гости из Гродненского государственного медицинского университета и Белорусского государственного университета. Беларусь строит открытое общество, открытую экономику. Мы хотим общаться с миром. А для того, чтобы общаться с миром, совершенно недостаточно знать язык иностранный. Нужно обладать тем, что, как говорят специалисты, называется межкультурная коммуникация. Стратегия Гродненского университета предполагает одним из основных направлений интернационализацию. То есть взаимопроникновение культур, обучение иностранных студентов для нас актуально, у нас их много. И это большой потенциал, потому что они носители своих национальных культур. Следует отметить, что в Республике Беларусь учатся более 20 тысяч студентов из 100 стран мира, а в Купаловском университете более 700 иностранных представителей из 30 стран мира. В творческой гостиной свои культуры представляли студенты из Бангладеш, Туркменистана, Таджикистана, Ирака, Китая, Ганы, Узбекистана, Азербайджана и других стран. Почетным гостем мероприятия стала второй секретарь по делам образования посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Ли Ваньхуа. Так, очень в восторге, потому что вот я видела, что у вас в университете таких талантливых студентов и такие хорошие атмосферы. В рамках творческой гостиной состоялся круглый стол «Единство и многообразие национальных культур», где иностранные студенты рассказали о своих странах и их достопримечательностях. А интерактивные площадки познакомили с традициями и культурой разных народов. Здесь можно было узнать тонкости китайской чайной церемонии, поучаствовать в мастер-классах по арабской каллиграфии и письму хинди, научиться танцевать зажигательную сальсу и бачату, поучаствовать в белорусской свадьбе. Если мы проживаем нашей культуре, тогда у них тоже интересно будет, чтобы узнать больше, или познакомиться с новыми людьми, которые из других стран, которые приехали. Это будет очень полезно. Завершилась творческая гостиная награждением победителей в номинациях «Лучшая интерактивная площадка» и «Лучшее выступление на круглом столе. Единство и многообразие национальных культур». Ребята получили памятные подарки и дипломы.